Анонс и дата выхода 25 серии турецкого сериала «Зимородок». 25 серия сериала выйдет в эфир 24 марта. Ранее мы увидели, как Ферит во всем винит Сейран и говорит ей, что она так боится жизни и поэтому совсем не смотрит в их будущее, предпочитая жить в прошлом. Мать Пелин предстала перед Халисом Агой и сказала, что у него уши должны были гореть в последние дни. Когда она встретила Ферита, то решила лично с ним поговорить. Она считает, что Пелин будет счастлива только тогда, когда Ферит разведется. Халис Ага спросил у Ферита, есть ли что-то, что он должен знать или ему сказать. И прежде просит Ферита хорошо подумать. Сейран приняла важное для себя решение, и она готова провести романтическую ночь с Феритом. Она позвонила Фериту и сказала об этом. Когда Ферит пришел к Пелин, то хотел с ней обо всем поговорить. Только она стала на него кричать и считает, что у него нет права говорить ей такие вещи. Мать Пелин сказала, так как Ферит давал слово, то он должен развестись с Сейран и жениться на Пелин. Она требует от Ферита, чтобы он сделал для этого все необходимое. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше для всех. Ферит осознает, насколько в серьезном положении он оказался на этот раз. 25 серия сериала выйдет в эфир 24 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.